Ребят, а перед началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Бэтмен за видеогейм. Продолжаем проходить эту игру на 100%. У нас вторая глава третьего эпизода за героев. Насмешка по-крупному. У нас здесь всего один бонус. Поехали, свободка. Ну и Джокера берем. Берем Джокера. Но я вернусь у первого бонуса. Поехали. Первый бонус нас ждет в самом начале. Нам тут нужен какой-нибудь сильный персонаж. Так. Проходим. Так, и мы должны подвинуть этот мусорный ящик вот сюда, взять женского персонажа. Собираем и проходим. И забираем бонус, и идем дальше. А для следующих двух бонусов нам понадобится собрать вот тут вот лестницу. Значит, ползем. Так, 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 сразу возьмем какого-нибудь... Хотя нет, вот мы пришли. Нам нужен Бэтмен со взрывчаткой. Ставим ее сюда. Взрываем, берем Бэтмена с... Ой, Бэтмена Робина с ластами. И вот этот бонус у нас. А также мы бежим вот сюда. Берем Бэтмена с... Получается, вот со звуковой пушкой. Так, ну, отлично. Ну и ломаем тут все. И у нас появляется наверху опять же бонус, до которого мы бежим тем же путем. Так, 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 вот сюда. Ух ты, нифига себе. Так. И вот он у нас. Идем дальше. Ну а следующий бонус у нас находится вот тут. По-прежнему на первой локации. Открываем, значит, гараж. Ну, нет, это не гараж, да, витрину. И уничтожаем всех уточек. И нам дают бонус. Ну а мы идем дальше. Следующее мы добудем, это красный блок. Значит, летим вот сюда, точнее, нам нужно это перепланировать как-то. Во, так, отлично. Ой, это я случайно. Тут, кстати, у нас фиолетовая монетка. И проходим сюда. Это все на первой локации, да, опять же. Проходим сюда. Так, активируем этот рычаг. А, и нам просто дают монетки, окей. Так, берем Робина, технокостюм его. И нам нужно розовых вот этих вот, даже не знаю, кто это. Женщины-кошки или, ну, или, наверное, да. Так, немного я не до конца. Так. Первое. Вторая. И третья. Нам появляется красный блок. Мы его должны как раз таки вот таким же способом достать. Это очень прикольно. О, да. И вот он у нас. Так. И идем дальше. Для следующего бонуса нам понадобится сломать вот эту вот штуку. Так, да, здесь нам нужен вот этот вот Бэтмен. И вот у нас детали. И сразу давайте бета-рангом сломаем окно, чтобы оно нам не мешалось. Ну и запрыгиваем сюда. Забираем шестой бонус и идем дальше.
Далее мы спасем заложника. Вот он у нас вот тут находится. Так, сейчас мы с плохими парнями разберемся. Так, так, так. И вот у нас плохиши. Но мы его стопудово спасали. Да, вот нам дали монетку. Значит, мы его спасали. Значит, идем дальше. И следующий бонус у нас находится вот здесь. Мы активируем эти... Ух ты, на них можно покататься. Нифига себе. Активируем вот эти вот чашечки. И нам появляется бонус. Идем дальше. Ну, а для следующего бонуса нам опять понадобится... технокостюм. Ой, не туда. Технокостюм Робина. Значит, мы берем и управляем корабликами. Нужно каждый кораблик загнать в свой дом по цвету. Так, и нам дают бонус. Только нам нужен специальный персонаж. Опа, отлично. 8-й бонус, идем дальше. Ну а для 9-го бонуса нам понадобится выломать вот эту дверь. И сесть за руль вот этой вот машинки. Не помню, как этот аттракцион называется, но здесь мы должны таранить их машины. 3 раза, и они останавливаются, и нам тут нужно таких 3. Так. И последнее. Отлично. Теперь, да, нам нужно с ними подраться. А, только с одним. Вторые двое фиг пойми куда делись. Ладно, идем дальше. Для последнего бонуса нам нужно пройти вот сюда. Ой, вот это я зря сделал. Вот сюда, вот. Потом на крюке подняться сюда. Так, ага, я понял. И собрать канат. Потом, собственно, по нему пройтись. И забрать последний бонус. Ну и можно выходить. Так. Так, запонки пропускаем. Там, кстати, почти 4 миллиона. Опа, мини-набор. Это типа игровой автомат, как я понимаю, да? Так, ну ладно, ребята, я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн, всем удачи и до новых встреч. Пока.